Наша страна на пороге больших перемен. В ближайшие 6 лет в ней должно измениться буквально все, начиная от демографии и здравоохранения, заканчивая дорогами и экологией. Такую задачу поставил президент страны Владимир Путин. В мае этого года российский лидер подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Основу документа составят национальные проекты в сферах образования, жилья, городской среды, науки, цифровой экономики, культуры, малого и среднего предпринимательства, международной кооперации, экспорта и ряда других. В общей сложности на реализацию стратегии 2024 будет направлено 25 триллионов рублей. Понятно, что львиная доля этих денег будет осваиваться на региональных уровнях. Это, по мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, который открывал форум муниципальных образований, хорошая проверка на политическую зрелость. Это тоже определенная, очень серьезная задача, которая нам покажет вообще готовность и областей, ну, мы сейчас говорим про себя, экономик, готовность отраслевых союзов, отраслевых объединений вообще работать в таких масштабных и очень по времени сжатых условиях. Игорь Рудени подчеркнул, успешная реализация национальных проектов, обозначенных президентом, будет иметь ключевое значение и позволит развить Верхневолжью экономику, инфраструктуру, социальную сферу. Тверская область подготовила и направила в правительство России предложения по участию в национальных проектах и программах. В первую очередь, это национальный проект в сфере демографии. Игорь Рудени отметил, что на первый план выходит реализация комплекса мер по поддержке семей, особенно молодых и многодетных. Еще одно важное направление для нашего региона – здравоохранение. Как отметила первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Яковлева, задачи, которые поставил президент, можно назвать суперамбициозными. Нам с вами нужно к 2024 году ожидаемой продолжительность жизни при рождении до 78 лет, а 2030 уже 80+, мы должны вглубь 80+ войти. Это очень амбициозные задачи, и я согласна с Игорем Михайловичем, вот мы одни не справимся, Министерство здравоохранения Российской Федерации, без вас мы ничто. Решение поставленных главой государства задач во многом зависит от того, какая работа будет вестись на местах. К такому выводу пришли участники форума муниципальных образований, в рамках которого обсуждались перспективы реализации стратегии 2024. Кроме того, важную роль будет играть и межрегиональное сотрудничество. В Тверской области в этом плане есть на кого опереться. Надежным партнером для Верхневолжья может стать Республика Дагестан. В настоящее время ею руководит Владимир Васильев, который имеет с Тверским краем давние связи. Цель – не статистика, не освоенные средства, а ощущение людей о том, что жизнь меняется к лучшему. Более благородные задачи для всех, в том числе присутствующих в этом зале, трудно себе представить. Вопросы реализации стратегии 2024, которые были затронуты в ходе форума муниципальных образований, актуальны для всей территории Тверской области. И их обсуждение на подобных площадках, уверены участники форума, хорошая возможность обменяться опытом и, как говорится, сверить часы. Всех интересуют вот эти вопросы, которые мы сегодня обсуждали. Все, что, о чем мы говорим, это все очевидно, это все понятно, это все показывается, это все подтверждается высшими должностными лицами, то есть это очень важный форум, и, конечно, он дает такой толчок нашему движению вперед. Подводя итоги форума муниципальных образований, глава региона Игорь Рудени подчеркнул, Тверская область готова к реализации стратегии 2024. Надеемся на успешную реализацию на территории Тверского региона. Никита Васильев, Виталий Осипов, ТВ Тверь.